Читайте только в МК Эстонии. Покупали компьютер, а дома в коробке нашли полено. Дикие истории обмана покупателей. Мы выяснили, что можно и нужно проверять еще в магазине. Бытовая техника и мебель могут быть смертельно опасны для детей. Мы узнали, где самые опасные места в квартире и как избежать трагедии. Экспертиза ветчины. Какой продукт стоит своих денег, а какую ветчину не стоит покупать. Прочтите, прежде чем идти в магазин. МК Эстония. Ваш семейный еженедельник.